Всем привет! Я в магазине Светофор. Как зашла, сразу увидела. Смотрите, заборчик декоративный, палисад называется. Длина и высота в сборе 285 на 19 сантиметров. Придает собранному изделию желаемую форму. Есть красный, желтый. Больше никаких пока не вижу. 285. Это почти 3 метра, что ли? Сейчас я посчитаю, сколько их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Штук 10 их. Хорошая вещь. В фикс-прайсе намного дороже все это. Ну, чисто декоративно. Мне нравится. 234 рубля. А, вот, 3 метра. 3 метра 234 рубля. Поливочные шланги. Трехслойные. 20 метров 399 рублей. Диаметр 3 на 4. Мне это ни о чем не говорит, конечно. Мне кажется, это как будто тонковато. Еще такой шланг поливочный. Саморастягивающийся. Увеличивается в 3 раза до 22,5 метров. Растягивается автоматически под давлением воды. 386 рублей 90 копеек. А это у нас кустодержатель. Пластмассовый, сборный. Для смородины. Мы вчера только сделали на огороде квадратную рамочку до кружовника. 159 рублей. Я бы лучше такую купила. Ну, еще не вечер. Еще и такую купим. Пленка для парника. Мегапласт. 198,90. Укрывной материал. Так, для мульчирования почвы. Нетканное укрывное полотно. Клубничка нарисована. 156,90. Смотрите, какая мадам. Для пола. Литр 200 миллилитров. Легко чистит и защищает поверхность. Средство для мытья полов. Шампунь «Весна». Череда и календула. Эффективно очищает волосы и кожу головы. Для всех типов волос. Крем для рук «Тройное действие». Девяносто семь, 250 миллилитров. Чистая линия. Гель для душа, увлажнение и уход. Я брала такой. Неплохой. Яблоко, фруктовый микс. 58,90. Шампунь с дозатором. 800 миллилитров. 71,90. Для мытья волос для всех типов. Два в одном. Значит, есть такой в белой упаковке, в черной, с гиалуроновой кислотой и витаминами. Тоже для всех типов. А это у нас что? А это мицеллярный шампунь. Идеальные волосы. Тоже для всех типов. Это жидкое мыло. Оно и так, правда, очень жидкое. 24,90 1 литр. Мягкое, жидкое мыло. Крем. Депилятор. На термальной воде. Для рук, ног, области бикини и подмышек. $49,90 100 миллилитров. А это у нас что? Жидкое мыло для рук. Овсяное. 1 литр. Я почему-то всегда смотрю, жидкое оно или не жидкое. Вот это не больно жидкое. Так, а это какое?
А это молоко и мед. Нормально, по крайней мере. 1 литр 76,60. Пена для бритья. 54,90, 200 миллилитров. Горшок для цветов. 1,6 литров. 16 сантиметров. 72,50. Такой двойной, как бы с кашпо. Ведро для стирального порошка. Вот так выглядит. И такая вот сверху дверца с ручкой. К сожалению, цену не увидела нигде. Бокс универсальный с кладышем, 10 литров. Размер и цена. Такой, я вам скажу, неплохой. Так, а это что? Кладыш с ручкой. Так легко очень снимается. Ой. Очень хороший. 162 рубля. И цена хорошая. Но мне нравится. Симпатично смотрится. Пикап Тундра. Большой, 43 на 22, 19 сантиметров, 399,90, и в таком цвете. А это трактор с такой тележкой, нужная вещь в хозяйстве, с прицепом 60 сантиметров, на 15 сантиметров и на 19,5, 224,90. Комплект полотенец кухонный. Два полотенца с морскими звездами. Есть с кексиками. $153,90. И просто отдельное полотенце. Все-таки это, наверное, не отдельно, а были вместе. Их рассоединили. Да, скорее всего, так. Кружка стекло. С ручкой. 300 миллилитров. 29,40. Салатник с гравюрой. 800 миллилитров. 58,40. Так играет красиво. Форма для запекания из термостойкого стекла, 1,6 литра, с ручками, 157,90. Кружка для супа, 470 миллилитров, 44,50. Стакан без рисунка, набор 6 штук, 250 миллилитров, 112,90. Сковорода очень и очень тяжелая, видимо, неплохая, 24 сантиметра, 794,90. Вот такая прям, не держать ее даже тяжело. Вот она без этикетки, ручка не снимается. И такая сковорода 26 сантиметров, это уже легкая. Уже все, уже не то. И покрытие другое. А, и цена другая. 296,90. Противень для выпечки. Тоненький. Я такие тоненькие не очень люблю. 30 на 20. 104,90. Лампочки. С маленьким цоколем. Белый свет. Цоколь Е14, если кому-то о чем-то это говорит. 5 штук, 221,90. Светодиодная, тоже Е14, 45,50. Это одна, 6 ватт. А такая 16 ватт. Е27, это уже большой цоколь, 71,50. С
светодиодный прожектор 220 вольт, 20 ватт на подставке. $234.90. Клей ПВА строительно-бытовой. 38.50. 900 грамм. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.